Mercedes выводит на рынок самые мощные 45-е модификации в плеяде А-класса. На фестивале в Гудвуде дебютировал хэтчбэк А45 и седан CLA-45, а следом за ними рассекречен и универсал CLA Shooting Brake. Техника у всех общая. Двухлитровую турбочетверку М139 Mercedes называет самым мощным серийным четырехцилиндровым двигателем в истории. И возразить этому трудно. В базовом исполнении мотор развивает 387 лошадиных сил или 421 в версии S. Двигатель сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом, который умеет делить тягу между задними колесами, а в специальном режиме дрифта позволяет отправлять машину в управляемый занос. Самый динамичный в семействе — хэтчбэк А45 в горячей версии S. Но седан и универсал проигрывают ему всего лишь 0,2 секунды. Помимо этого, S-модификациям позволено разгоняться до 270 км в час, а у обычных версий ограничитель срабатывает на отметке в 250. Ходовая часть у 45-х состоит из множества оригинальных компонентов. За доплату предложены адаптивные амортизаторы с тремя настройками и рулевое управление с переменным передаточным отношением. Салоны отделываются черной синтетической кожей с декоративными красными или желтыми акцентами. Псевдогоночные ковши сидений ставят без доплаты. Мультимедийный интерфейс MBUX с двумя экранами тоже входит в базовую комплектацию и предлагает три темы оформления — Classic, Sport и Суперспорт. А в приложении AMG Track Race доступны данные телеметрии. На европейский рынок все семейство выйдет осенью. Тогда же объявят и цены.